На первый взгляд улица Паромная похожа на городскую свалку. И рядом с этим мусором живут люди. Специалистам мэрии Кызыла эта улица хорошо знакома. И приезжают они сюда не в первый раз. Свалка в мэрии города Кызыла убирает ежегодно, получается, даже два раза в год мы всегда убираем данную свалку. Но мы, нынче мы решили так, чтобы провели собрание, да, с жильцами данного дома. Жильцы выбрали председателя жильцовета данного дома. И с данным председателем мы заключим договор на вывоз мусора. То есть установим, на следующей неделе здесь установим два контейнера. И, соответственно, данный председатель будет собирать с каждой квартиры, это как бы 16-ти квартирный дом, получается, деньги, и с ней заключим договор на вывоз мусора. Вот. Но так как... Свалка бытовых отходов на этой улице не дает покоя жителям на протяжении вот уже нескольких лет. С каждым годом мусора становится все больше и больше, вне зависимости от времени года. Зимой туда люди выносят золу от угля, летом же от стихийной свалки идет невыносимый запах. Мы проводим обход частного сектора, проверяем наличие контейнеров. Если его нет, то будем выдавать предписание со сроком на одну неделю, чтобы жильцы этих домов установили контейнер. Через неделю сотрудники городской администрации вновь приедут к жителям частных домов. В следующий раз вместо профилактической беседы будут выписывать реальный штраф тем, кто так и не установил контейнер для бытовых отходов. По правилам благоустройства жители частного сектора обязаны иметь специальную емкость для мусора.